Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск прогноза погоды и я его ведущая София Пирогова. По данным синоптиков Гизметео, в Оренбург нагрянут небольшие морозы. Ночью 10 февраля температура воздуха утром составит минус 13, минус 17 градусов. Днем температура поднимется до минус 13. Осадков в виде снега не ожидается, но будет ветер примерно 6-8 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье температура будет колебаться между 18 и 23 градусами ниже нуля, днем минус 15. Осадков нет, под вечер температура опустится до минус 18. Наступающая неделя, как обещают синоптики, будет теплой. Начиная с вечера воскресенья в Оренбурге возможны небольшие снежные осадки, а перепад температур на протяжении недели будет примерно от плюс 1 до минус 25 градусов. Главное управление МЧС по Оренбургской области предупреждает жителей быть аккуратнее. Из-за резких смен температур на дорогах образовался гололед. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасения 112. О погоде к данному часу все. С вами была София Пирогова. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.